Друзья, приветствую вас на канале «Разводня как хобби». Сегодня будет достаточно интересное видео. Сегодня мы наконец-то поставим аквариумы второго яруса на места и подключим помпу для снабжения водой второй ярус. А также перенесем оставшихся рыбок со старой разводни. Всем приятного просмотра. Первые будем устанавливать аквариумы 80-литровые вот сюда, на это место. Здесь будет два 80-литровых аквариума. Но для того, чтобы их поставить, можно поставить их прямо на деревянное вот это основание, на деревянные брусы. Ну, в связи с тем, что здесь не очень тепло, ну как не очень, ну 20 градусов в помещении, я буду подкладывать под аквариум вот такую подложку. Вот она размером 50 сантиметров на метр. Вот эта подложка под ламинат. Сейчас я ее установлю и потом вам покажу. Вот подложка установлена. Кроме выравнивающих способностей своих, она также будет удерживать тепло. То есть уже снизу холод в аквариум проходить не будет. Я положил два слоя, то есть толщина всего 1 сантиметр. Сейчас ставим аквариумы. Ну вот, прошла секунда, аквариумы уже стоят. Как вы видите, у них уже приклеенный задний фон такого синего цвета или голубого. Я в дальнейшем вам в ролике покажу, как я его приклеиваю. Ну вот, установлены аквариумы на правую сторону второго яруса, второй стоечки средней. И сейчас будем устанавливать сюда, на вот этот вот, где будут стоять 40-литровые аквариумы. Итак, прошла секунда, и уже три аквариума стоят здесь. Четвертого еще нет, потому что четвертый у нас находится на старой разводне. Там еще рыбки в нем живут. Вот такой там еще один аквариум. Я вон слева один забрал, поставил сюда. Сейчас мы в этот аквариум и в этот перенесем воду с тех аквариумов, которые там стоят на разводне. И пересадим сюда наших производителей. А потом в тех аквариумах, которые освободятся, проделаем отверстия и вставим вот эти вот муфточки. И уже тогда конкретно установим сюда аквариум один, которого не хватает, и сюда. И я думаю, завтра уже придет помпа, и мы будем подключать всю систему. И вот наши производители на старой разводне, оставшиеся здесь находятся. Сейчас мы эту всю воду перенесем, и их тоже перенесем вместе с этими фильтрами, с этими помпами, пока не работает система фильтрации, туда, в те два аквариума. И у нас еще останется наверху, вот здесь у меня есть то же самое, Данюшки производ, и там несколько сомиков на дне. То же самое их будем переносить, посмотрим, в какой аквариум. А вот еще здесь хотел вам показать дани, о которых мы с вами не рестили, целое видео было. Смотрите, их там сколько, там немерено их. И в этом нерестовичке. Я тоже их, наверное, сегодня перенесу и объединю. Всех посажу в один аквариум. Так удобнее их кормить. Вот и нету наших производителей. Ну вот, они уже здесь. Привыкают к новому месту обитания. У этих тоже воду уже слил. Они готовы к отлову и переезду на новое место. Тоже успешно перекочевали в новый аквариум. Вот такая помпа к нам приехала, смотрите. Почему я ее купил? Потому что она потребляет всего лишь... Где здесь у нас? Всего лишь 10 ватт мощности. Подъем воды на 2 метра, 3000 литров в час. Такая же у меня помпа стоит только для подъема до 3 метров. Тоже 3000 литров в час, но она потребляет аж 55 ватт. Давайте посмотрим на нее, что здесь пришло к нам. Ну вот здесь переходники всякого рода. Вот сама помпа. Она, в принципе, такая же по размеру. Примерно 1,5 килограмма веса. У нее вот ручка уже специальная есть. То же самое, регулируется поток. Больше, меньше открывается. Ну, мы ее будем ставить то же самое. Ее можно ставить как в воду опускать, так и ставить на суше. То есть она разбирается. Здесь есть переходники специальные.
и ее можно ставить, не опуская в воду. Вот разные переходники здесь, вот эта вот штучка снимается, защитный кожух этот, ставится вот такая, ну вот такого типа вставочка, и потом шланг опускается в воду, она может стоять на суше и подавать воду, куда это потребуется. Ну, написано, что практически бесшумная. Ну, мы ее поставим и посмотрим. Итак, как я клею задний фон. Вот у нас есть фон. Голубенький такой, хороший. Значит, берем сначала малярный скотч. Так. И наклеиваем на края той поверхности, к которой мы хотим его приклеить. Так делаем все стороны. Ну вот, скотч на четыре стороны наклеенный. Снимаем наши защитные вот эти вот ленточки на скотче. Надо немножко постараться, конечно. Берем наш предполагаемый задний фон и ровненько наклеиваем. Аккуратно прикладываем. Ну вот как-то так. И прижимаем по краям. Хорошо проходим. Прижали. Все без вопросов. Теперь переворачиваем наш аквариум, как нам удобно. Ну, в нашем случае, например, вот так. Можно даже вверх ногами сразу. Вот так, чтобы видно было, где резать. И берем обычный канцелярский нож. И аккуратно срезаем. Ну вот, примерно как-то так. Немного придерживая. Срезаем одну сторону и так же само ставим его, чтобы ничего снизу не мешало, и срезаем эту сторону плотненько к стеклу. Держим нож аккуратно, пальцы, чтобы не порезать. Вот срезали. И смотрим, что у нас получилось. Все красиво. Задний фон сделан. Вот он такой будет красивый у нас. Вот и все. Так, мы находимся на разводне. Все уже готово для того, чтобы подсоединить помпу. Вот помпа. Переходнички, все, вот шланг я купил 20-й. Да, сейчас будем это все подключать. Аквариумы уже стоят, рыбка перенесена, здесь аквариумы уже стоят, только осталось подключить саму помпу. Ну вот, помпа уже на месте, шланг от нее выходит, все как положено. И вот сейчас мы ее подключим вот сюда, к вот этой вот, к этому разъему. И начнем включать. Шланг подключенный. Значит, я все краны позакрывал. Оставил только один, последний. Для того, чтобы проверить систему. Ну и, соответственно, надо налить сюда в крайний аквариум воды. Чтобы оно все работало. Сейчас вода набирается и включаем помпу. Ну вот, водичка уже скоро наберется. Обычная вода с водопровода. Никакой водоподготовки. Ну вот, вода залита. Иду включать помпу. Сразу вам говорю, что включаю ее сам первый раз. Извините. Все падает. Возможно, будет там она пыхтеть. Ну, сейчас посмотрим. Все, включать, включаю.
Включил. И шо? Опа! Пошла вода. Ну, нормально, я вам скажу, такой напорчик пошел. Ну, сейчас мы ее... Вон, видите, такой напор капитальный идет. Вот, сейчас проверим, чтобы нигде не подтекало. Вроде бы нигде не подтекает. Ну, такой напор хороший. Смотрите, какой уровень поднялся. Где-то сантиметра полтора на полную мощность. Ну, не на полную, помпа включена на пол мощности. Но нормально так идет водичка. Сейчас мы сделаем ее трошки. Да не, не будем ничего делать. Так, здесь нигде не течет. Здесь на стыках нормально. Краны все держат, закрыты. Ну все. Кому понравилось, друзья, видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. В следующих видео, в следующем или через одно, я уже постепенно запущу все аквариумы и потом покажу, как работает вся система в целом. Все, пока, до встречи на канале «Разводняк как хобби».